Как-то вот так начинается сегодняшняя рыбалка. Опа, это жерех. Это жерех, оказывается. Я думал, судак крупный. А это жерех. Он уже тут хорошо посидел на крючке, пока я камеры достал. У меня сегодня разведка просто. Смотрите, что происходит. Это хороший жерех. Я сегодня выбрался на разведочку. Так, 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 дружок. Ух ты! Вот такой вот красавец попался. Как вам такое начало видео? Хороший жерех попался. Вот, смотрите. Ого! А что у него такая пасть изрезанная? Три, 105. Это самый крупный жерех в этом году, который я поймал. Причем я его поймал на джиг. Всем привет! Сегодня 2 июля, вышел на рыбалку. С утра прошел на своей байдарке по очень красивой и узкой реке. Вчера, 1 июля, разведывал новые места и наткнулся на эту с виду невзрачную речку. С самого утра, где-то до 10 часов, я исследовал на этой реке разные повороты реки, искал ямку. Я обычно беру спиннинг и начинаю пробивать джиг-головкой. Ну и заодно приманку посмотреть, хищник есть, нету. Ну везде был миляк, а на этом месте... Вот здесь видите поворот реки, течение как раз сейчас справа налево, ударяет в тот берег, и там такой яр. Здесь яму я обнаружил. Хорошая такая ямка, она локальная, очень такая небольшая, но глубокая по отношению к глубине основной реки. Не стал вчера я сразу снимать, а начал съемку, когда попался жерех. Но вы его уже видели в самом начале, жерех на 300. Потом еще было несколько судаков. Один на кило 100 и другой на кило 200. И берши были хорошие. Несколько бершей были, но я думаю, по полкило. А сегодня я здесь с самого утра. Хочу закрепить начатое. Сейчас с утра хочу поставить закидушки на сазана. Попробовать половить на жмых. Посмотреть, здесь будет, нет сазан. И также хочу встать на лодке, заякориться и половить хищника с лодки. Потому что я ловил с берега, а ямка такая, она узенькая. Мне почему-то кажется, что лучше будет делать проводки именно с лодки. Приготовил уже две закидушки, установил сторожки и жмых одел. Как всегда, кукурузный жмых. Здесь далеко кидать не надо, сейчас так вот, опа. Ну, ближе к тому берегу кидаю, потому что ямка-то там. Вот так вот. Отлично. И колокольчик, чтобы было слышно. Далековато, я бы сказал, чуть-чуть подтяну. Речку перекидываешь. Вот реально, речка переплюйка. А рыба здесь навалом. Что удивительно. Раньше как-то я такие речки стороной обходил. А это раз решил разведать. Ладно, пойдем на лодке на ту сторону. Закидушки я поставил. Все там установлено. Опа! Берег грязный, ноги мою, чтобы... В лодку грязь не тащить. Вот так. Вот собрал уже
сачок. Не знаю, рыба какая будет сегодня ловиться. И спиннинг собрал. Да, первый раз на этой лодке с якорем буду ловить. Пробовать заякориваться. Не знаю, что получится. В общем, ямка начинается где-то вот отсюда. Здесь так как-то закоряжено совсем. А вот здесь самое удачное место. Вот где-то здесь надо и вставать. Вот здесь течение прям несет. По этой стороне моет, моет яму, намыло. Сейчас вам расскажу по приманкам. Работали вчера все мелкие приманки, 3 дюйма. Ну, вот эти вообще не пробовал виброхвост. Вот твистер работал, вайпер, фанатик мелкий. И вот эта вот интересная приманка, гипноз. Вот на него я поймал. Правда, у меня был желтого цвета. Они у меня закончились уже. Сейчас такого машинного цвета, машинного масла. А джиголовки примерно, не примерно, а вот 14-12 грамм. Такие небольшие. Но это я с берега ловил сейчас. Ладно, посмотрим. Удар первый был. Смотрите, что с первого заброса буквально, оно что-то небольшое. Здесь берша было много вчера, судака небольшого. О, смотрите, первый берш мелкий, мелкий. Вот небольшой бершик. Кстати, ни одного окуня, ни одной щучки не поймал. Еще попался один небольшой сомик. Ну, такой грамм 700 вообще мелкий. Опа, закидушка сработала. Одного берша поймал. И закидушка сработала. Смотрите, что творит. Сразу же сработало. Вот так вот ставь закидушки, ё-моё. Блин. Так. Срочно. Идем туда. Один заброс только успел сделать. И все. Сработала закидушка. Он так не гнет сильно-то. А, нет, он что-то там сидит. Точно сидит. Так, ну что у нас там? Опа! Что, вообще свободно идет? Карась, что ли? Да нет, сазана нету. О, повел куда-то. Карасик. Нет, сазанчик небольшой. Нифига себе. Малыш попался. Смотрите какой. О. Давай, друг. Ты меня обнадежил. Камеру выключил. Лодка уплывает. Даже мелкий сазан так активно клевал. Но видно было, конечно, не загибало. Второй заброс по клевке. Да что такое? Есть, 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 есть. Что-то покрупнее. Явно что-то крупнее. Ну, не прям, что-то здоровое. Судак мелкий. Мелкий судачишка. Опа.
Вот он. Иди гуляй. Вот он. Вот это что-то засело конкретное. Мне кажется. Ух ты. Блин, как же заброс рыба. Опа. Есть. Сильно подмотал. От неожиданности. Уже сюда ближе к лодке взял. Вот он, судак. Хороший. Два мелких судака, бершик. И вот он, судак. Я думаю, это где-то кило будет. А проглотил прям конкретно. Вот такое место. Вот такая речка мелкая. Которая кишит рыба просто. Такое начало дня мне нравится. Хороший судак. Судака можно брать от 37 сантиметров. Здесь явно они есть. Но это, наверное, не кило, чуть поменьше. Но хороший. Вчера покрупнее были судаки. Но все равно такой приятный экземпляр. Опа. Иди гуляй, друг. Усвояйся. Но на кукане. Вот, смотрите, кстати. Я сразу не заметил. Это у судака вылезло из пищевода. Даже из желудки, наверное. Маленькая щука. Вот чем он питается. Хотя я вчера крупные приманки пробовал. Не было. Вот эта приманка еще в том году я начал на них ловить. Ну, вчера в том году особо не снимал я на джиг-рыбалку. Но они работали. Хорошо. Почему-то я яркие цвета люблю. Вот вчера на желтый ловил. Жерех, конечно, вот попался случайность, это скорее всего. Не знаю, будет сегодня, нет. На джиг я редко жерехов ловил. Он что-то плещется. Вот пока миляк. Сейчас будет приманка уходить, когда на свал. Поклевка. Ё-моё. Ну, на каждом забросе. Ну, здесь рыба просто кишит. Я удивлен, конечно. Ну, это что-то небольшое. Ну, когда вот судак был уже хорош, уже чувствовалось. О, даже окунь. Вот и первый окунь попался. Вчера вообще ни одного не было. Трясется. Надо немножко, наверное, кидать вот прям в русло. Чуть ближе вот. Ну, ямка, говорю, под этим берегом, конечно. Судак вот этот хороший ближе сюда взял, к лодке сейчас. Ну, я, конечно, встал не в начале ямы, а вот чуть посередине. Вот это хороший удар. Это судак 100%, опять хороший. Смотрите, с утра они прям раздают. Эти судаки. Ах, сошел. Сошел. Ничего страшного. Вот это было приятно. Опять говорю, вот ближе к лодке берет. Сейчас вот чуть поближе заброшу. Вот это утро. Вот это рыбалка. На речке Переплюйки. Есть. А, так что-то нехотя. Это берш, наверное. Либо мелкий судак. Ну, бершик, скорее всего. Да, вот бершик. Берш это тоже окунеобразные. Видите, вот какой. Ну, вчера прям хорошего я поймал. Несколько даже было. Его еще называют волжский судак. Я уже говорил, он вырастает чуть меньше окуня. На него даже, как и на окуня, нет никакого размера. Вот на судака, например, 37 сантиметров. На сазана от 40 можно брать. А на них нету. Любого можно вот забирать. Я так стараюсь покрупнее выбирать. Хорошая рыба. Тоже вот как окунь, как судак. Ни костей, ничего нету. Диетическая, можно сказать. Ну, естественно, только хребет есть, а и ребра. А в мясе нет костей. Белое мясо.
Есть подлодка опять. Не пойму. А, понятно. Судак, но мелкий. Интересно, он здесь ближе к лодке берет чаще. Вот этот хорошо просекся. Вот он какой. Малыш. Он поближе забросил, посмотрю к лодке. Ух ты! Ух ты! Опять ближе к лодке взял. Ух ты! Есть судачок. Здравствуй, судачок. Я даже не знаю, может такого брать, нет. Скорее всего, я его отпущу. С собой нет никакой линейки. Уже несколько часов ничего не снимал. Давно уже вышел на берег на лодке. Вот там стояли закидушки. За все это время попался один сазанчик небольшой и карась. Я даже ничего не снимал, потому что ну что это ерунда. Потом переставил закидушки. Даже еще одну добавил. Вот три штуки стоит. Прям сюда в яму. Ну и тоже результата вообще никакого нету. Так поклевывает, жмых объедает. Видимо, много мелкой рыбы. Ну почему здесь хищник скопился? Потому что много мелкой рыбы стоит в этой яме. С утра, когда стоял на лодке, хорошо поклевывал судачок. Причем такие размеры были более-менее нормальные. Потом поставил крупную приманку. Поклевки стали реже. Пару сходов было. Ну, вроде более-менее нормальный судак. Переставляться начал. Якорь зацепил там. В общем, уйма времени потерял. Устал уже. Потом вышел на берег. И камеры сели, пока эти приманки перебирал. Вот как всегда. Поставишь приманку, которую знаешь, которая ловит. Наловился, начинаешь что-то менять, пробовать, там переставляться, и все, клев пропадает, и настроение теряется. Сейчас тут по-прежнему вот стоял с этой прям точки, ну клюет на каждом забросе. Прям вот тут каждая проводка, это поклевки, и вытаскиваешь. Но в основном это берш, либо мелкий судак, что-то более-менее крупное, редко. Рыбы очень много здесь, но она вся какая-то мелкая. И на крупной приманке, ну нет ничего. Вот на мелкую берет, иногда хорошее что-то попадается. А на крупной вообще ничего, то есть голяк. Редко. Вот опять вроде кто-то достойный клюнул. А, судачок. Ну нет, небольшой, показалось. Я так планомерно обкидываю реку. Опа. Да, ну за сегодня я прям наловился на джиг. Давно не ловил так. Прикольно получилось. С берега. Ну, то есть за сегодня и за вчера. Душновато, конечно. Не пойму. Поклевка сразу. Поклевки очень частые. Вот опять. Ах ты. Кстати, вот хорошие пару поклевок было. Кто-то неплохой попался. Ух ты, какой всплеск жереха. А это берш. Это же берш. Опа. Вот, кстати, смотрите, какой берш. Ну, вчера я крупнее ловил.
Ну, тоже вот неплохой экземпляр для бершата. О, какой красавец. Это хороший размер. Сколько ракушек на дне, кстати. На дне столько раковин здесь. О, перловица. Или как она там называется? В общем, двухсорчатые моллюски. Без зубка, возможно. Вот судачок один у нас. Пока, надеюсь, один. И бершик. Ну а что, бершик нормальный вполне. Вот они, красавцы. Смотрите, кого на берегу возле лодки заметил. Рак. Это самка. Все, нерест закончился. Ага, кто-то его клевал, смотрите. С 1 апреля по 1 июля запрещена ловля раков. Сейчас уже разрешена, но ловить мы его не будем. Вот, что-то хорошее наконец-то попалось. И тучками так все замело, занесло. Что же это такое? На всякий пожарный случай. Не понял. Что это за рыба? А, это сом. Вчера, говорю, тоже сом попадался. Ну, я сама так, скорее всего, выведу. Опа! Сом попался. Вчера тоже на джиг попадался сом. Вот так вот. Вот он, соменок попался небольшой. Вчера тоже. А такое ощущение было, как будто либо жерех попался, либо судак крупный. Он так тащит сильно. У меня камера была выключена. Пока я включал, он немножко, конечно, подослаб. Но поначалу вообще тащил так невероятно, сильно, мощно. Я его даже взвесить хочу. Вот сколько такой весит сомик. Аккуратненько так его. Вот, видите, кило 350. Ну, конечно, такого надо отпускать. Это очень маленький сом. Вчера даже меньше попался. Приятно. На джиг сама поймать. Ты куда ты? Все, уплыл. Вот взял на что? На твистер. Этот вайпер. Уже весь хвост покоцанный. Вот опять что-то достойное. Вроде бы. По крайней мере, мне так кажется. Все-таки нет-нет, попадается что-то такое неплохое. Он затянут. А, я понял. Судак забагрился. Ну, он ударял, видать. А, ну, кстати, неплохой. Вот интересно, сколько в таком судаке? Заплавничок. Ну, хотя нет, коротковат, наверное. Шо ж ты? Ну, такой он, кстати, упитанный. Ну, какой-то. Опа. Иногда поклевки здесь радуют. Прям бывают такие удары конкретные. Бывают сходы, а бывает вот. Сейчас я думал, что-то крупное, но видели сами, он чуть за плавник, за передний зацепился. То ли после удара, то ли еще как. Ну, по-любому же он атаковал. Просто так он не будет. Несколько дней было прохладно прям. Это 32, вчера вот 35, тоже хорошо было. А сегодня прям жара под 40. Я вот кепку мочу, она уже вот опять высохла. Прям вот так беру и на голову одеваю. Хоть так немного остужаюсь, потому что очень жарко сегодня. Что-то я не понял. Что это за рыбина такая? Вот он, судак.
Хороший судак. Опа, есть. Ну вот это уже красавец. Клыкастик попался. Вот видите, тоже на виброхвост попался. Тоже трехдюймовый. Ах, разорвал немножко. Вот этот уже приятный. Не это малышня. Уже нормальный судак попался. Вполне зачетный. А, прыгает. Зараза. Эта яма действительно полная рыбы. Если была задача поймать мешок биршей, я с этим справился еще бы с утра. Иногда бывают такие моменты. Хочешь половить для души, рыба ловится отлично. Думаешь, на следующий день приедешь, классное видео снимешь. А вот как сегодня, видите как. Ну, вроде рыба ловилась-то, рыбы полно. А вот сазана хотел попробовать, думал будет, но его не было. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Пока. Я домой. Что не говори. А рыбалка классная получилась. Новое место разведал. Правда, сильно устал от того, что клюет на каждом забросе. Каждая проводка – это рыба. От этого, конечно, устаешь.